если даже дверь исправить не могу, я поранилась эту дверь только что. Мы где-то посередине, непонятно где, нереально вообще красота, вокруг горы, облака, и тут припаркованы непонятно где три такие дачи. Облака. Не знаю, готовы ли вы к такому повороту. Какая милота, правда. Тоша, это для тебя. Я же могу купить себе единорога. Я взрослый человек. Thank you. Ребят, за рулем этих тачек бабули и дедули сидят. Я в шоке. Ребята, это просто невероятно. Просто очень пожилые бабули и дедули за рулем этих спортивных тачек, которые здесь припаркованы. Просто посредине пустыни, вообще непонятно где. Это настолько круто, то есть никогда не поздно веселиться, развлекаться. Блин, я реально в шоке. Forest Service outside of the park and camp in a free designated area. Drive around and find it. Not here. No. Ребятушки, 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 мы приехали на Гранд Каньон как раз к закату. Вау, это реально круто вообще. Я впервые вижу его с такой высоты и таким красивым, он весь фиолетовый, розовый. Все кемпинги обычно заняты. Если вы приедете спонтанно, то, скорее всего, места не будет, как у нас сегодня. На нас приютили какие-то люди. И еще дали нам фольгу, и еще дали нам шоколадку. И мы сидим возле костра с моим единорогом. Ну и Максим тут тоже. Максим. Я стесняюсь камеры. А предпочитаю без другой стороны. Не стесняйся. Нечего стесняться. Мать из единорога. Мы проснулись, оказалось, что соседи, которые уехали, оставили нам кучу воды и шоколадку. Они угощали вчера уже шоколадкой. Чем еще угощали? Ничем. Еще одной шоколадкой. У нас две шоколадки. А, ну да. Водой, фольгой. Фольгу нам дали. А еще прям здесь возле нас ходят олени и оленюшки. О, вот еще один. Завтрак у нас такой вот. Я это просила не покупать, меня не слушал. И это тоже, и это тоже. Короче, так вот. Яйца, чаек, курочка. Вчера на костре пожарили. Down upon a canvas, working in a mirror, waiting for a chance to pick the Irish field up and up, up and up. Я увидела только что просто нереально огромного оленя. У него просто огроменные рога. Я иду прямо к нему сейчас. Он настолько гигантский. Теперь они пришли в наш кемп. Пасутся. Чтобы вы понимали, насколько близко я к ним. Насколько, точнее, близко они к нам. Вот они. Привет, привет. Эмбик большой. Ленюшка. Про!
просто у вашего столика стоит олень. Красиво, ты видел? Да, конечно, видел. Приехали на очередной вью. Разложили гамачок. Сейчас будем перекусывать. И здесь просто нереально. Еще здесь очень много людей колесят именно на мотоциклах. Возле нас сейчас как раз припарковалось 4 мотоцикла. Супер прям походный вариант. Лапша и Starbucks. Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun. Жить круто. А каково кушать лапшу на Гранд Каньоне? Вид вообще нереальный. Кушаешь, даже не знаешь, куда смотреть. Блин, ну посмотрите на эти виды. Это же просто нереально. Стоит того, чтобы сюда прилетать и приезжать, и смотреть на это все, и кемпить. Я думаю, что следующий шаг, что нужно сделать в другой раз, это кемпить внизу. Там есть специальные маршруты, и туда нужен гид. А пока что в этот приезд мы ездим по таким туристическим местам, на какие-то виды смотреть. Ребята, посмотрите на вот это. Это нереально. Пойдем полетаем. Forever in my mind, the peace is in my life.